Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы на аккаунте моего подписчика Руслана, английский Android, где у меня есть Twink. Twink уже немножко круче снова в некоторых частях. Сегодня у нас, ребят, трешечок. Аккаунт, честно говоря, удивил, хотя английскому серверу нечего удивляться. Как видите, на базе есть AgniCrel. Это начальный, скажем так, базовый аккаунт, донатный, говорю, начальный базовый, начальный донатный аккаунт. Доната немного, посмотрите, всего лишь 57, у него нету Минотавра, но зато у него уже есть AgniCrel и ряд топовых героев. Сейчас посмотрим, что у него в алтаре делается. Мы сегодня ему будем ролить, выбивать талантики. У него есть дохренище кулаков, тоже неудивительно для английского сервера. Находится он в гильдии Тенном. Видите, участники должны донатить кристаллы героев. Вот так вот. Кидайте заявочки, кто играет, вступайте в гильдию. Посмотрим, что у них по силе делается. Ну, сила, смотрю, не особо имеет значение, но еще будет носить кристаллы. Кристаллы здесь, в принципе, не проблема для донатных аккаунтов. Так, поехали, посмотрим, что у него есть по героям, чего нету. Так, нету Некроса. Просто жесть. Зато есть AgniCrel. Рея, Командора, Седны нет. Ронин. Ну, я скажу вам, немного героев нету. У него есть зато донатный нормальный один герой. Есть Фрей, есть Ануби, что еще надо там. На первое время ему будет этого хватать. Так, окей, поехали, посмотрим, что у него по героям творится. Анубис, отлично. Так, отлично. Махатма Утекания, Грубая Сила, Каменка. Интересно, интересно, Стойкости. Ну, тут, конечно, талантов ему. Сейчас посмотрим, что у него дальше делается. Рино, Ник. Да, талантики ему для героев нужны. Дальше, я так понял, вообще трешечок начнется. Такс. Ну, как видите, пятерок у него тоже хватает. Так, сейчас я гляну, что он у меня просил, что ему надо. И пойдем сливать кулачки. Ну, конечно, на русском сервере такого вы не увидите. Так, талантик хороший для AgniCrel'а. Так, окей. Поехали. Поехали тратить. Посмотрим, какой сегодня будет у нас рандомчик. Ну, все мы кулаки не будем сливать. Попросил 500 штучек. Вот так вот, поехали. Так, ну чё, поехали на стрелка. Будем, как обычно, открывать все на стрелке, пробовать что-то интересное вытащить. Так, наш стрелок вот. Change. Let's go. Замедление сразу нам падает. Так, это идет у нас под архидемона. Под архидемона. Что у него тут вообще творится? Так, укротителя ищем в первую очередь. Укротитель. Не понял. Так, что за... Что за... Может, я его пропустил уже? А, вот укротитель есть, отлично. Первый готов. Так, поехали дальше. Так, ракуха. Ну, ракуха такое себе. Специфический талант, конечно, но у него тут не особо много героев, кому можно ее влепить. У меня-то там, конечно, полно всего.
Тык-тык-тык-тык-тык. Ну, ракушка, надо ставить героя соживой какой-то. Я у него... Пока давайте допом. Все равно он не будет на максималку качать, и сил он пока растить не будет. Не вижу смысла пока в ракушками. Так, поехали дальше. Бог войны, вот так вот, ненужный талантик, скажем так. Так, тут бог войны есть. У нас таких интересных на бог войны. Ну, можно пока временно сюда поставить даже. Я надеюсь на то, что у нас что-то получше выпадет. Так, поехали обратно. В принципе, думаю, можно на стрелке все равно будут скоро бог падать. Так, ну это сразу же на до поставим. Если у него там без таланта кто-то есть. Бум. Рвение. Так, воодушку неплохо. Ну, так, ну, по рвению тоже, в принципе, особо. И у него Афина с воодушкой стоит. Поставим сюда. А утекаха тут не особо нужна пока. Так, каменка. Ну, поставим на Фрэнки вторым талантиком. Все-таки лучше, чем стойкость. Так, корочка. Это неплохо. Это можно череп пушки затулить. Или даже не череп. Интересно, у него Анубис со скином. Да. Так, он его качает. Блин, блин, блин. Так, хранитель огненка. Поставим пока черепу. О, отлично, еще одно замедление. Так, смотрим, что у него есть. Еще со следующим героем на архидемона. Кого он будет использовать? Ведьма тут с пятерочкой. Отлично. Такс. Друида сейчас, в принципе, не используют. Ну, на стрелка надо, на Фрейю надо, но у него нету скину. Печально. Просвет стоит, тоже неохота сливать. Ладно, поставим пока Медузе. Тоже будет ее использовать, в принципе, на некоторых архидемонах, если опять же их у нас не фиксят. Так, это и для черепа хорошо. Так, на некоторых у него уже есть. Поставим сюда. Маловато, конечно, героев для выбора. О, железная воля. Железка, блин, опять же. Зачем тут баст, если встроенный? Ставим железную пока сюда. На PvP локации, поехали дальше. Так, ну тут тоже, в принципе, это выживание, по сути, не надо. От него толку на нем. К сожалению, нет. Так, ракушка. Меняем ракушку. Охненько. Вот. Так, баст, ставим огненку. Не надо ему тут урон тут. Более, если захочет на девятку, я прокачаю скоро. Так. Рвение опять падает. Блин, ну конечно тут по героям. Сейчас перетарить ему всех героев. Так, сделаем это лучше. Опять корка. Так, у черепа есть. Рину у нас чем? Исцеление. Ну, ему корка не особо поможет. Так, пятерка.
Друид с ВВшкой купит дом. Так, надо ремку нам словить. Я думаю, ремка должна упасть. Поставим сюда. Будем кучу талантов еще, я так понял, сливать. Стойкость нафиг не нужна. Бег тоже сразу же пропускаю. Так, это интересно. Пятерочка. Кому ее лепить? Можно, в принципе, малышу Нику у него качать будет. Пока поставим сюда. Поехали дальше. Ууу, есть! Отлично. Отлично. Это ремочка. Так, дерево. Купидон есть с ремкой. Дерево, где-то я его видел вроде. Так, есть Атлантик, где-то он был здесь. Так, это фигня. Бог войны. Сори, ребят, что-то... Что-то горло дерет. Так, бог войны. Поставим на Деда Мороза, пусть будет. Двадцать коробок только открыли. Так, стойкость нафиг. ТУшка. Где там его химка? ТУшка есть. И тут у него по героям. Блин, да что такое? Посмотрите, как ракушки падают. Жесть, конечно. О, замедление. Замедление одно на Арктику однозначно ставим. Блин, порочный пак бы хотя бы один. Так. Вон тут будет. Давайте Купидона поставим. Купидон у него теперь затаренный. Берс нафиг не нужен. Смотрите, боги войны раздает направо и налево. Так. Бог войны. Так, смертельный нафиг не надо. Стойкость тоже нет. Каменка. Каменка. Тут Асурика, конечно, у него уже вкачанная. Ну, блин, нет, вот что плохо. Так, Дракос, ракушка. Кому хочешь, тому и ставь. В принципе, толку от каменки сейчас особо нет. Мы поставим сюда пока. Толку от корки тоже особо и нету. Так, разброс. Берс. Тут есть. Его знает. Ну, по разбросу можно еще где-то сюда втулить. Если он будет когда-то гарнизоном трешивать, как я. Но я в этом сомневаюсь.
Фигня. Бастион. Так, ну Бастион, блин, классная штука. Но у него фрейка, как видите, блин, собрана, конечно, не ахти. Так, малышник. БВшка. И поставим на смерть. Я бы, конечно, и Фрей качнул баст. Но, в принципе, у него есть грубая. Бум-бум-бум. Так. Блин, и опять никого нету. Вот что делать? В принципе, поставим сюда. Он будет их качать, потом в книге перекачивать. Тоже вариант. Так, стойкость нафиг не нужна. Есть. О, огонь, ребята. Отлично. Отличненько. Такс. Ремочка, смотрим. Хранитель, ремка есть. Ара есть. Вариант Валька. Купчик есть. Да, я думаю, вариант Валька самый такой интересный. Хотя есть варианты Фина. Но мы пока поставим на Вальку. Неплохо ремки падают. Так, утекаха не надо. Да, блин. Издеваются они с этой ракушкой. Так, ожива. Ожива у нас пойдет на... Никуда она у нас не пойдет. Блин, я пьму и огника. Я поставлю пока на огника. Мне вот огникрыл с оживой, блин, двойной нравится очень. Конечно, если он его захочет качать на девятку, но очень отлично получается. Так, так, еще одно замедление. Блин, я бы и стрелку поставил. Архидемона, но он вряд ли его будет. У него и так проблем с кулаками нет. Особо сильно заморачиваться, не знаю, не будет. Такс, 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 такс. Вот у нас есть. Поставим на другие, да мало ли потом нужен будет. Так, дальше. Тылушка не нужна. Еще одно замедление. Блин, ну тут у Купидона ремка и этот. Смысла не вижу. А кто еще на архе? Ну, можно сюда поставить. Вдруг когда-то захочет тестить. Так, ТУшка нет. Ярость нет. Так, на прокачку. Блин, ну... Поставлю сюда. Пусть лучше книг быстрее качнет. Так, разброс нафиг не нужен. Бег не нужен. Блин, ну где порочные пакты? Запарили. Одни замедления дают. Душек без скина. Можно, кстати, замедление пока временно поставить на ледяху, пусть будет тоже. Плюс будет хоть какой-то. Так, ну бег ему явно не нужен. СУ. Блин, видите, два таланта подряд поменяла. Опять эти баги. Так, берс, каменка. Каменка, каменка, каменка. Каменка. Опять же. Поставим пока сюда. Так, баст.
Поставим сюда пока. Опять же, я тут расставляю, судя с того, как я играю. Варианты есть, конечно, совсем другие. Так, огненка, отлично. А, Рино, по-моему, у нас с огненкой тоже есть. Хранитель с огненкой тоже есть. Бигфут с огненкой есть. Блин, ворожай. Прокачанная, конечно. Ну, блин, у него кулаков останется. Я бы на его месте. Я, наверное, так и сделаю сейчас. У нас тут еще на огненку претендент есть такое. Захочет на девятку, качнет. От каменки толку особо нет. А вот огненка будет реально поярче на нем. На сегодня. Если выпадет СОшка, поменяем. Прощай, восьмой талант, но тут вариантов. Баст. Блин. Афинку хочется тоже. А ну у него есть еще одна. Ой, говорю, Афинку. Может, у него есть. Блин, че я мучаюсь? Однозначно делаем так, ему все равно герои нужны будут. КГшки, честно скажу, все фигня. Эти герои ему нужны будут. Пару экземпляров. А, так, хранителя нет. Так будет получше. Мог бы еще и больше пооткрывал, честно скажу. Так, Афина. Делаем вот так вот. Еще на Бигфута, если будет талантик, выпадет. Ставим. Не то. Так, еще одна огненка. Так. ББшка, стрелок. Поставлю тут сюда огненку лучше. Так, не то. Корка. Ну, блин, нету у него Анубиса еще одного. Отикаха. Порочный пакт хотя бы один найти, блин. Все равно нифига. Так, это пойдет у нас на Бигфута. Лучше 20 кгшек пусть накопит, но некоторых героев в любом случае в двух экземплярах придется. Пока скины даже. Отлично, еще одна ремочка. Смотрите, как ремки неплохо падают. Так, и опять я в раздумьях, кому сунуть ремку. Медуза. Поставим сюда. На некоторые локации будет неплохо. Блин, сразу же падает. Так, ну Арктика с Утикахой. Я сюда поставлю. Инзика прокачает. Толку от корки. На нем никакого. Так, смертельный удар. Нет. Берс нет. Как видите, с последних талантов нифига не падает. Так, оживо. Не знаю, особо вариантов много нет. Даже некому влепить. Сюда. Так, Витал Бум. Сюда поставим.
Я бы и бас на Фрею поставил, если было бы еще одна Фрея. Но, к сожалению, вариантов особо не вижу. Так, еще один бог войны. Так, тут есть, тут баст. Блин, и боли войны дает здесь неплохо. Разброс, разброс, разброс. Уберу разброс. Нафиг разброс. Для подземок ему. Хотя у него есть огнекрыл. Зачем ему тут этот бог войны? Меняю. Еще паст. Нафиг отсюда исцеление. Такой случайно не то нажал. Ну! Блять, издеваются. Просто издеваются с этой огненькой. Ну, я не знаю, кому ее любить уже тут. Честно, просто тупо не знаю. Блин, ну не знаю, может я оставлю. Да, я, наверное, оставлю так, пусть будет лучше на смене. Может там выбит кого-то недостающего еще с этих героев. Огненка офигенная будет на девятке, скоро увидите тесты. В общем, вот так вот, ребят, слили мы там практически 500к кулаков. В принципе, шансы, как видите, ремок и прочего очень-очень большие. Но новые таланты вообще не падают. Исцеление, там, воодушевление, пакты. Хотел сказать слово на букву Х, но вы поняли. В общем, вот так вот. Надеюсь, он все-таки посмотрит видос с Огником на девятку, прокачает. У него тут выживание есть. Посмотрим. Не, наверное, скорее всего нету, но думаю, скоро он достанет здесь выживание. Просто рунами поставит, битву гильдии у него будет пройдено. Но ему еще надо ронина. Как видите, даже ожога не вытащили. Самое интересное. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Пишите, что вы хотите. Какие бы таланты вы кому поставили бы не так, как я, возможно. Напишите, почему. То есть напишите свои мнения. Может, у вас какие-то другие взгляды. Ну, я просто смотрю на все с плана универсальности, потому что я уже новые перетестил. Все, всем удачи, всем пока.